Всем доброго времени, рада всех видеть. Давайте посмотрим, кто следит за вами и зачем. Кто за вами наблюдает, кто следит за вами и зачем. Я на стражу поставлю Марену, так, чтобы моих врагов она уничтожала. Будет стоять, пугать вас. Давайте посмотрим, кто следит за вами, да, и зачем. Напоминаю, что расклад будет общим, поэтому за более личной консультацией вы можете обратиться ко мне или же посмотреть другие расклады. Не надо загадывать сейчас людей определенных, да. Кого нужно, я увижу, да, кто здесь выпадет на картах, про всех расскажу. И кто вы, расскажу. Давайте смотреть, кто следит. Ну, человек, который постоянно в активе за вами следит, наблюдает, человек, который находится в активе. У этого человека 04.04 может быть день рождения, или же просто 04 месяца он родился. Он следит за вашим движением вперед. Эта женщина может родственница быть, может подружка быть, может мать у кого-то следит, если вы давно там с матерью не общаетесь, да, допустим, наблюдать за вами может. И мужчина сразу. Тут, смотрите, тут может два родственника за вами наблюдать, а может родственница и бывший наблюдать. Эти люди испытывают интерес к вам, к вашему, так сказать, движению. Но видите, карта бедности, карта нехватки, возможно, вы не общаетесь с этими людьми. Они опечалены, почему-то они плачут, у них какая-то скорбь. И мужчина-император тоже, который плачет, ему что-то не хватает в жизни. И этой женщине, и ему. Они могут между собой быть незнакомы, но мужчина не свободный. И я хочу сказать, что у них нехватка вас, то есть общения нету. Вы давно с этими людьми не общаетесь. Может быть, они перестали с вами общаться, или же вы перестали. Это не важно. Суть в том, что вы не общаетесь с этими людьми. И они следят за вами, знаете, тут такая карта тяжелая, произошла трансформация, общения с этими людьми нету, и, возможно, им это тяжело. Они могут наблюдать, они, вот смотрите, тут карта отдаления все-таки, да, и может, возможно, даже кто-то из них желает вам смерти на самом деле, и они общаются, рассказывают кому-то за вас, стол переговоров, они садятся. С мужчиной вы можете быть на расстоянии, общения нету. Они следят где-то через телефон, через какие-то другие аккаунты. Но сейчас я эту карту раскрою. Почему карта смерти? Ответьте мне, да, что здесь? Правосудие, да, правильно. То есть кто-то может желать вам смерти из них. А почему? Расскажите карты. Ну, потому что вы впереди. Вы идете впереди, а они нет. Тут могут желать смерти вашим детям. Вот, вот еще у нас тут люди вышли, следят за вами. Это бывшие, сфокусированы на ваших деньгах. Они сфокусированы, да? Они как будто нуждаются в помощи. Они следят за вашими деньгами и говорят: ого, вот она сначала так жила, мало зарабатывала, а потом вот стала вот так зарабатывать. В чем секрет? Кто ей помогает? Кто откуда наберет деньги, все интересно им, все хотят знать, все хотят, ну просто все хотят знать. Понимаете, люди все хотят знать. Вот кто-то из них может думает с вами помириться, потом отгоняет эти мысли. Тут может следить еще за вами врач. У него много людей, поток людей. Это может быть хирург. Или человек, который вышестоящий наблюдает, да может, главврач следит за вами, не может отпустить какую-то ситуацию с вами. Но однозначно, что бывший следит, это да. Вот еще один мужчина несвободный. Смотрите, тут могут следить за вашей личной жизнью, как у вас вообще, да, в личной жизни именно.
Ну, что вам легко? Очень много белых халатов. Если, допустим, вы в больнице, то, может быть, сейчас за вами наблюдают врачи. У нас вот тут вот много выходит людей из прошлого, которые не могут отпустить, может быть, кармические отношения у вас, да? Вот тут у кого-то даже бессонница из-за вас, кто-то не спит, размышляет. А тут еще женщина-маг может следить за вами, наблюдать женщина-маг. Может, женщина-маг, которой заказывают вас, это, допустим, может быть любовница вашего мужа, если вы, допустим, находитесь в браке. А еще я вижу два человека, но почему-то мне идут врачи. Я не знаю, может, вы собираетесь ложиться в больницу? Тут как будто операция. Наблюдают за вашими деньгами? Кому-то тяжело, кому-то разбивает сердце, что у вас денег много. Ну, может, они так думают. Следят за вашим движением в жизни, да? Куда вы ходите отдыхать? Это приводит к зависти. А у кого-то, сейчас я скажу, висельник повешен был в роду, в семье. Вот. Кто-то хочет докопаться до вашей тайны семейной, да. На магию делают на вас, да, магию применяют однозначно, 100%. Психику разрушают на работу, работу вам разрушают, у кого-то с работой не везет. Этот человек хочет, чтобы вы страдали. Он разрушает вас через магию. Вот, кто ты? Ну, это из прошлого. Человек действует, наблюдает, ему нужны какие-то документы почему-то, да. Это женщина, подружка ваша, завистливая. Светлые волосы, или же были светлые, красятся в темные, отращивает челку. Водные стихии. Еще одна женщина тоже следит за вами, замужняя. Может, думает, допустим, что вы причастны к уходу ее мужа. Вот такой у нас был короткий расклад. Кому нужна личная информация, обращайтесь ко мне на WhatsApp. Всем желаю добра, всего хорошего.